сейчас в мире огромную популярность занимают сайты знакомств. Ну и в том числе даже есть такие сайты измен для супружеских. Вопрос такой: как найти свою вторую половинку и не потерять? Я думаю, что найти правильно свою половину это можно только лишь, если мы четко знаем, кто мы такие и кто нам подходит. И не обращаемся к свахам или тем более к этим бездушным сайтам. Поэтому, чтобы мне найти свою половину, для этого мне надо четко сначала выяснить себя, кто же я такой. И только потом уже более целенаправленно искать. Кто мне может помочь выяснить, кто я такой? Это самовоспитание, самообразование, саморазвитие. Этот человек должен заниматься этим. Может быть, это возьмет даже несколько лет, но тогда он только сможет себя правильно оценить и понять, что с каким партнером он может прожить, и жизнь его станет действительно прекрасной.